Добрый день, дорогие друзья! С вами арт-галерист и куратор Алик Ветров. Украина, Одесса, галерея Капучино, галерея 4М, проект арт-центр в Одессе. Сегодняшняя тема видео – это интенсив. Основные ошибки, которые совершают художники во время обращения в галерею, к кураторам, арт-менеджерам, мы разберем детально и подробно. Так что устраивайтесь поудобнее, это достаточно большое видео. На эту тему было сказано достаточно много разными специалистами. Были созданы специально курсы для художников и в Соединенных Штатах, много спикеров, и в всевозможных школах, и в Европе, и в Великобритании, и в России. На эту тему много и постоянно говорят, но тем не менее художники совершают одни и те же самые ошибки. Я постараюсь коротко, в формате 20-30 минут, поднять основные темы, то, что вы упускаете из виду. Ну, прежде всего, разделим художников на две группы. Первое – это любители и начинающие, и профессионалы. С профессионалами более-менее понятно все. Они частично лишь совершают ошибки. А вот с любителями я бы, те, кто начинает только заниматься творчеством, обратил особое внимание. Почему я записываю это видео? Потому что уже устал, по сути, каждому художнику я объясняю формат подачи материала. Итак, первое. О вас никто ничего не знает. То есть вас ни галерист, ни куратор не знает. Он не знаком с вашим творчеством. Если вы показали свои работы своим близким, друзьям, знакомым, это не означает, что их увидел весь мир. Это первое. И второе. Вы должны помнить, что ваше творчество нужно прежде всего только вам. И больше никому. Потом вам следует заинтересовать своим творчеством людей, находящихся глубоко в профессии, которые постоянно соприкасаются с искусством на протяжении длительного времени. Впервые с темой подачи материалов я столкнулся именно так, серьезно, где-то порядка лет 15 назад. То есть для меня эта тема, ну, такая актуальная на протяжении полутора десятков лет, когда ко мне обращались авторы и предлагали свои произведения к рассмотрению. Уже тогда я почувствовал, что это проблема. Проблема любого творческого человека. Как правильно подать материал. Вы находитесь в творческом процессе, а люди, которым вы отправляете, это по сути переводчики. Они переводят с творческого языка на общедоступный, понятный язык. Итак, первое. Вы должны написать четко фамилия и имя свое. Если вы используете еще и отчество, то его. Не просто «Здравствуйте, я Наташа, я художница» или там «Я Сережа, я художник». Фамилия и имя, прежде всего. А второе. Вы должны указать, откуда вы узнали о той или иной выставочной площадке или проекте. Общались ли вы ранее с этим человеком, галеристом или нет, тоже желательно указать, чтобы было понятно о том, о чем идет речь. Потом, вы в обращении, которое будете писать, напишите свое желание, что вы хотите, свою хотелку. Потому что никто из нас не умеет читать ваши мысли, да и не собирается этого делать. То есть вы когда пишете «Здравствуйте, уважаемый куратор, меня зовут так-то и так-то, я узнал о вас оттуда-оттуда». Вот я бы хотел бы, и следующее вы перечисляете, что вы хотите. Просто присылать в галерею или куратору фотографии своих работ без описаний, к чему мы еще позже подойдем, как вообще правильно делать описание. Посмотрите, возможно, вас это заинтересует, не надо. Ну вот не интересует, вот честно, без обид. Не потому, что это вы. А потому что достаточно много проектов, и, как правило, у каждого серьезного куратора и галериста
Проекты расписаны на полгода, на год, а мы иногда и на несколько лет. Даже просто потратить свое время для того, чтобы смотреть чьи-то работы, ну, неинтересно. Честно, без обид. Я не знаю, как кому, возможно, кому-то и начинающему будет интересно вникать, смотреть. Ну, вот мне за несколько десятилетий просто даже смотреть на работы неинтересно. То есть я должен понимать контекст, для чего мне это смотреть. То есть для меня, или там разговор художника профессионального, приходите ко мне в мастерскую. Ребят, ну, честно, ладно, когда вы в Одессе, я еще могу понять, на что вы рассчитываете. Когда живете в другом городе, на что вы рассчитываете, когда вы приглашаете меня посмотреть ваши работы в мастерской? Что я специально ради вас поеду в Киев или в Николаев или во Львов смотреть ваши работы? Даже если я случайно там окажусь по каким-то своим делам, я буду заниматься своими делами. Не вами. То есть для того, чтобы вы обратили мое внимание на себя, вы должны быть адекватны, вы должны понимать, что ваше творчество прежде всего нужно только вам. Заинтересовать другого человека с другим опытом будет достаточно сложно. Поэтому ведите себя адекватно, не пытайтесь манипулировать. Во-первых, это у вас не выйдет, а во-вторых, вы вызовете только раздражение. Вы же должны нас понять. Или еще что-то. Вам никто ничего не должен. Кураторы, галеристы, я хочу, чтобы вы понимали, это люди очень заняты. Нас мало. Наша профессия сопряжена с большим количеством нюансов, которым нам необходимо учитывать. И обращать внимание на каждого художника мы не можем физически. При всем своем, может быть, каком-то и желании. Итак, продолжим. После того, как вы четко изложили свое желание, что вы хотите от галериста, то есть вы уже, надеюсь, поняли, что просто посмотреть на ваши работы это никому не интересно. Вы должны написать, что вы хотите. Вы хотите выставку, вы хотите, чтобы вами занимались, вы хотите продавать работы, вы хотите принять участие в аукционе, вы хотите принять участие в каком-то проекте. Либо у вас есть какой-то проект. Сформулируйте эту мысль четко. Так, чтобы она была понятна. Одним коротким предложением. После этого вы должны написать, что вы предлагаете взамен куратору или галеристу. Что от вас он получит. То есть, то, что вы ему предложите работы, ну, это не разговор. У каждого из галеристов сотни, а то и тысячи работ есть в наличии, в обороте. Мы можем, допустим, я могу проводить выставки на двух площадках на протяжении года, даже не поднимая взгляд в сторону других художников. Это серьезный подход, профессиональный у вас должен быть в обращении. Четко формулируйте. Если вам нечего сказать, то лучше не пишите. Лучше не обращайтесь. Потом, фотография ваших работ, визуальный образ или арт-объект. Сейчас это не проблема. Смартфоны с хорошим фоторазрешением позволяют сделать качественный снимок. Почему вы до сих пор делаете размытые снимки или нечеткие, или необрезанные, не редактируете их с частями интерьера, не совсем понятно. У меня до сих пор возникает вопрос, неужели сложно сделать хорошую качественную фотографию своих работ? Качество, четкость фотографии имеет большое значение на реакцию галериста и куратора. Потом, к этой фотографии не надо сбрасывать сразу 15-20 фотографий. Всех работ, все, что у вас есть. Вот вы написали там 15-20 работ. Или они у вас есть в мастерской, там 30-50 работ или 100. Не надо их всех сбрасывать одновременно. Разделите их по проектам, по направлениям. Там, предположим, портретная живопись. Или пейзажи. И вот их, и, допустим, вот скажите, у меня там 10 есть портретов, 10 пейзажей.
Вот я хочу сделать выставку по пейзажам. И присылайте мне 10 фоторабот. То есть только после того, как я вам разрешу. Либо галерист. То есть вначале спросите у него разрешение, можно ли ему прислать. Первое, вы спрашиваете, можно ли с ним общаться. Второе, вы спрашиваете, можно ли ему прислать. И третье, вы формируете четкое описание под каждой фотографией. Я не умею читать ваши мысли. И никто не умеет читать мысли. И не будет этого делать. Если вы отнесетесь к подаче материала некачественно, недобросовестно, несистемно, то так же самое к вам отнесутся галерист и куратор. Потом вы будете удивляться. Почему же меня игнорируют? Потому что вы подали неправильный материал. Описание должно быть следующим. Название работы. Мы перегибаем, вот пальчики загибаем. Название работы. Потом идет год написания. Потом идет размер или материал. Это холст, масло, бумага. Вот это вот ставите. Потом размер вы ставите. Единицы измерения. Это сантиметры. Или в чем оно у вас там считается. И цена. Во сколько вы оцениваете свою работу? Я вам объясню почему. Потом в последующем, чуть ниже, мы обсудим ценообразование. И вот когда вы это уже написали, то есть вы можете под изображением написать номер один. Потому что бывает так, что каждое изображение сложно вам подписывать. Вы можете это сделать. Там 5 работ сформировали и отдельно документ сопровождения. Допустим, изображение номер один, пишите единичка, да? И дальше вы в текстовом сопровождении описываете свои. Теперь, после того, как вы это все сделали, вот правильно оформили, обрезали лишние края на фотографии, сформировали сопроводительное письмо к этим работам, дали описание, вы подаете с этим еще и автобиографию. Для чего это делается? Для того, чтобы галерист понимал, насколько вы погружены в профессию. То есть, если вы любитель, к вам одно отношение. При этом автобиографии, пожалуйста, любители творчества, не надо указывать, когда вы закончили среднюю школу или когда вы учились в ПТУ. Образование указывается исключительно и автобиография, относящаяся к искусству. Я не принимаю вас на работу, или куратор, или галерист. Мы не берем вас на работу. Вы, если хотите принять участие в групповой выставке, то, пожалуйста, напишите. Там, Иванов Иван, столько-то лет, прошелся-то там по таким курсам, там-то учился, у такого-то мастера прошел курсы. В искусстве с такого-то года. И обязательно, внимание, вы должны написать о том, в каком стиле, в какой манере вы работаете. Не я должен догадываться и угадывать. А вы напишите, пожалуйста, то есть, в какой стиле, манере вы пишете свою работу. Или фотографируете, или создаете арт-объекты. Вот кем вы себя считаете. Это самоидентификация. Мне не нужно угадывать. Мы обращаю ваше внимание, что я не умею читать ваши мысли. И никто этого не умеет делать. Мы не ваши близкие друзья, мы не ваши родственники, которые видят это на протяжении целого дня вместе с вами, на протяжении там, нескольких лет, пока вы занимаетесь творчеством. Мы этого не видим, мы видим конечный результат. Это первое. Теперь самое важное. По автобиографии, я надеюсь, вы поняли, да? То есть вы пишете фамилия, имя, год рождения или сколько вам лет. Где проживаете, стиль, манера работы, какие закончили вы курсы и вот, в принципе, где выставлялись. По ценообразованию. Друзья мои, вот это вот такая вещь, которая сразу же демонстрирует адекватность поведения художника. Насколько он в адеквате. Неужели вы считаете, что галерист и куратор живет где-то на другой планете? Или на другом континенте, и он не знает, сколько стоит холст, краска, кисточки, мастахин. Когда приходят художники за работу 10 на 10, просят
там, 150, 200, 300 долларов, а за метровую там, 20 тысяч долларов, у меня всегда возникает вопрос, вот, чем этот человек думает? Я что, не знаю, сколько стоит холст? Ну, сегодняшние цены на холст, там 20 на 30 холст, он стоит 65 гривен в Украине. Я думаю, что в интернете заказать можно и дешевле. Там краски, которые вы покупаете, они же не очень дорогие. Вы же не покупаете Ван Гога или старых голландцев. Поэтому ценообразование формируется следующим образом. Первое. Стоимость материалов, потраченных на создание работы. Второе. Это время, потраченное на работу. Не надо умножать сюда талант, вдохновение. Это категории нематериальные. Это категории, которые относятся к вашим личным ощущениям. Для вас может быть дорогая эта работа. И вы поэтому просите какую-то большую сумму за нее. Но вас же никто не знает еще. Или знает, но мало. И вообще, как определить, знают вас или нет. Да? Вот мы на эту тему еще отдельно поговорим. Для профессиональных художников вторая часть. Да, вот по первой части, я думаю, что очень коротко. В описании я еще дам более детально это все по пунктам. Вдруг у вас возникли вопросы. Для профессиональных художников. Хочу вам объяснить, да, вас кто-то знает в узкой профессиональной среде, особенно если вы являетесь членами союзов художников, особенно если вы выставляетесь. Но это узкопрофессиональная среда. Основная ошибка у вас заключается в том, что вот в Одессе есть такая хорошая поговорка: продавать одесских художников — неблагодарное занятие. То есть вас продать, одесского художника продать в Одессе, нереально. Потому что, особенно если он активный. То есть он везде раздает свои телефоны, везде он демонстрирует свою независимость, а потом он приходит к галеристу и говорит: мне нужен арт-менеджер, вот мне так нужно, чтобы кто-то мной занимался. А как же с тобой, дружок, заниматься, если ты все продажи пытаешься исключительно под себя? Если все договороспособности, которые у тебя были, ты нарушаешь тут же, когда ты выходишь за стены галереи. То есть это происходит просто постоянно. Поэтому вот зачастую иногда даже и не хочется выставлять одесских художников. Именно из-за вашего поведения, из-за того, что вы не в состоянии держать слово, мы не в состоянии договариваться, ведь многие вещи происходят у нас на словах договоренности, мы не подписываем договор. Поэтому вот основная ваша ошибка профессиональных художников — это то, что они нарушают свое слово. Итак, мы проговорили основные ошибки, которые совершают художники, обращаясь к галеристам. В следующих интервью и интенсивах мы будем затрагивать другие темы. Более детально я буду делать о них анонсы. И мы будем пытаться менять на нашем маленьком уровне отношения внутри художественной среды. Пожалуйста, помните, что ваш опыт – это индивидуальный опыт. У куратора и галериста совершенно другой опыт. И он не умеет читать ваши мысли. Излагайте четко, что вы от них хотите. И взамен предлагайте. С вами был арт-галерист и куратор Алик Ветров, галерея 4М, галерея Капучино, арт-центр в Одессе. Желаю вам хороших выходных. До новых встреч!